Обсуждалась тема очень подробно развития электротранспорта. В нашей республике президент интересовался, как сработал указ, который был подписан в 2018 году, что получилось за 2 года. И в первую очередь было отмечено, что да, есть результат в части развития инфраструктуры. В республике уже появилось примерно 250 заправок, которые позволяют подзаряжаться электромобилем на расстоянии до 100 километров. И с учетом введения в этом году еще 150 таких заправочных пунктов, мы, в принципе, в первичном неком приближении, на минимальном уровне эту инфраструктуру обеспечим. Но далее встал вопрос стимулирования покупки самих автомобилей. Мировая практика показывает, что все государства, которые наиболее сильно продвинулись в этой области, они тем или иным образом стимулируют приобретение электротранспорта. В части снижения, в первую очередь, налогов, это НДС, инвестиционные вычеты, и внедрение косвенных стимулов, к примеру, освобождение от налога на участие в дорожном движении, бесплатные парковочные места или использование выделенной для городского транспорта полосы на дороге и ряд других инициатив. В принципе, президент их все поддержал. Я думаю, в ближайшее время документ будет доработан, и он станет действительно хорошим стимулом для развития этой сферы.